сегодня здесь состоится мероприятие, патриотическое мероприятие, концерт барда-исполнителя, казака Владимира Никитина. Приблизительно где-то около 30 песен. Песен немного. Вот. Как у композитора, у меня есть крупная форма, есть кантаты, вот. Есть хоровые циклы, как у композитора. А как у писателя, у меня издано порядка 18 книг детских, вот такого формата. Ну вот, зал заполнен, сейчас все начнется. Господин атаман, учащиеся казачьих классов Анапского районного казачьего общества для проведения концерта патриотической песни «Защитники земли русской» собраны и зову какой. Здравствуйте, казачата! Свои новые сочинения. Начать я хочу тоже так же по традиции, как мы это с вами делаем. Я исполню свой анапский вальс. То есть это музыка, которую я написал специально для вашего города. И вот уже 6-й год я начинаю свои выступления здесь с этого вальса. Вороги утром январским напали. Закубанцам тогда холода помогли. Реку Кубань по льду перешли. Колоннами шли, пешие и конные. До зубов каждый воин вооруженный. Сено на лед враги наложили, чтоб лошади их по льду не скользили. Коней неподкованных провели и рысью к станицам тут же пошли. По шарпой пошли курени и станицы с добычей, с рабами назад возвратиться. Ветер, мороз до костей продирает, но казаки зорко пост охраняли. Речь незнакомая вдруг понеслась, сеча кровавая враз началась. Иван Плохой переправу заметил, залпом ружейным ворога встретил. Командира кордона оповестили и на посту тревогу забили. Полковник Тюковский гарнизон возглавлял, достойно, умело всем управлял. Своего Лукича казаки уважали, жизнь его службу в казачестве знали. Лев Лукич храбрый был воином, служил в Черноморском войске достойно, в русско-турецкой войне отличился, до чина полковника дослужился, храбростью, мужеством был всем примером, трудами был славен, служением делу, Суворовым крепость брал Измаил, за храбрость в сражении крест получил. Все они остались в истории, и там наверняка есть фамилия и кого-то из вас. И если хорошенько посмотреть, то корни как раз и уходят. Это наши прадеды, это наша с вами святость. Yeah.
Исторических событий. Вы видели, проследили, да, и стиховских поминовений героев. И закончил Владимир Борисович подвигом нашего современного офицера. А вы знаете, под каким девизом проходит этот месячник? А кто скажет? Воинский дом. Вот, ну вы дети тоже должны знать, для зачатки. Воинский дом, честь и судьба. И вы должны выбрать главное для себя, для своей семьи, чтобы прославить свой дом, свою улицу, свой хутор, свою станицу, свой город и нашу родную Кубань. Ну, а от вас, от всех, я думаю, я хочу поблагодарить Владимира Борисовича за столь хороший концерт, за столь хорошее выступление, пожелать ему здоровья, ну и самое главное, творческих успехов. И до скорых встреч, я думаю. Спасибо вам огромное. Благодарю вас и всем многое-многое лето. Люба, так, сейчас мы будем заканчивать, но я еще одна просьба.